самой вкуснейшей Сланой Лановой. И очередной раз мы приехали в Ашан купить необходимые продукты и товары. И если это видео вам будет интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Итак, мы уже дома. И сейчас я начну обзор моих покупок. Сегодня у меня обзор покупок совместный с каналом Теклиных. Поэтому, если вам интересны их покупки, ссылочку на их канал я оставлю в инфобоксе под моим видео. Заходите и с удовольствием. Итак, обзор своих покупок я начинаю с круассан. Здесь 400 грамм, 6 штук. Вот такие вкусные круассаны. Это в лучших традициях Франции. Они действительно очень нежные и сливочный вкус. Значит, цена одной пачки 50 рублей. Я купила 2 пачки. Значит, следующее — это заморозка, клубника, слива и малину мы купили в этот раз. Значит, клубника стоит 67 рублей, слива стоит 43 рубля и малина стоит 93 рубля. Что могу сказать про заморозку? В нашем городе она в Ашане всегда дешевле, в Ленте чуть-чуть дороже. Следующее — это фирма «Каждый день рыба Минтай». Значит, килограмм рыбы стоит 118 рублей. Здесь на килограмм у меня вышло ровно 3 рыбки. И также я купила это майонез «Махеев» с лимонным соком 67% за 29 рублей. Следующая наша покупка — это вот такие вот формочки для выпечки кондитерские, 50 штук. Они, значит, зеленого и желтого цвета. Я давно такие искала. И цена их 80 рублей. Далее, мука пшеничная 2 килограмма Макфа стоит 66 рублей. Макароны фирма «Каждый день» бантики. Здесь полкилограмма. Они стоят 20 рублей 70 копеек. Вермишель, вот такая вот мелкая, мы ее очень любим жарить. Полкилограмма вермишели стоит 15,47. Лук, значит, репчатый, весовой, килограмм сегодня у нас идет по 37,57. Лук очень хороший. Лимоны, значит, сегодня идут по цене 85,98. Лимончики очень-очень хорошие. Далее взяла вот такую кокосовую стружку, фирма «Каждый день», она стоит 19 рублей, здесь 40 грамм. Сахарная пудра у нас стоит 27,60, здесь 250 грамм. Сушки, мы постоянно их покупаем с ароматом ванили, сушка стоит 79 рублей 10 копеек. Ванилин вот такой, первый раз покупаю, ванилин стоит 1 рубль 25 копеек. Я взяла 3 пачечки. Желатин пищевой. Значит, желатин у нас стоит 1 пачка 18 рублей. Здесь у нас 10 грамм. Купила вот такие коржи. Значит, это коржи слоеные для торта Наполеон. Решила сделать заварной крем и приготовить тортик. Увидела у Марины Стар. Мариночка, привет тебе большой. Вот как она готовила и тоже решила. Цена 80 рублей 20 копеек. Вот такие вот чудесные персики. И взяли их мы по цене 77-78. Хлебцы, значит, бородинские, мы их постоянно берем, цельнозерновые, цена 42 рубля. Сметана «Президент» 30%, идет по цене 100 рублей. Лучок очень свежий, хорошенький, значит, я его купила по цене 29 рублей. Очередной раз мы приобрели влажные салфетки фирмы «Каждый день», и 75 штук, то есть одна упаковка стоит у нас 37,20. Вот такие маленькие, 20 штук, стоит 11 рублей 15 копеек. Вот такие я взяла цветные салфетки, мне они очень-очень понравились. Значит, сейчас я вам покажу размер. Полотенчик махровый, размер 30 на 30, это 100% хлопок. Изделие это Индия.
Вот у меня желтый, розовый, оранжевый, салатовый и голубой. Очень красивые, по цене 27,90 за один полотенчик. Вот такой я очень люблю бальзам-ополаскиватель. Я постоянно его покупаю. Мне он очень-очень нравится, фирмы L'Oréal. И стоит он 159 рублей. Вот такой шампунь детский, кондиционер. Первый раз покупаю. Очень приятный запах. Напоминает малину. Вот здесь, видите, вот нарисована малинка. Клубника и малина. Значит, стоит он 70 рублей. Купила вот такую интересную ложку. Вот, значит, ложка для салата написана. Натуральная акация, значит, стоит она у нас 69 рублей. Вот такие магнитики фирмы «Каждый день» я взяла детям, значит, на доску. И стоят они 31 рубль. Бреф. Первый раз беру вот такую вот лавандовую свежесть, ни разу не покупала. И сегодня он идет по цене 69 рублей. И последняя моя покупка, это вот такая губка для ванны, для акрила, эмали и кафеля. Значит, она стоит 22 рубля. Вот такие небольшие покупки мы сегодня совершили, и я вам их показала. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик кверху, подписывайтесь на канал и, конечно же, оставляйте комментарии. Всего вам хорошего, всем пока-пока!